начало что-то происходить. Убегаем быстрее на улицу. Ай, хорошо, я к вам выезжаю, скоро буду. Папа, смотри, как она к тебе лащится. Она очень добрая, но она очень сильно хочет есть. Я точно знаю, что собаки любят. Давайте нальем колы. Какую еще, Сережа, колу? Колу вообще-то и людям вредно пить, а ты еще хочешь животного ею напоить. Я предлагаю, что ты должен сходить в магазин и купить ей какой-нибудь корм. Не нравится вам кола? Сейчас я закажу курьером корм, два счета привезу. А можете пока ей яблоком накормить. Ничего себе, сколько корм стоит. Закажу я первый попавшийся, вот по выгодной цене, быстрая доставка, само то. Вызвать одним кликом. Все, проблема решена. Сейчас вам будет корм. Ну пока папа корм для Молли заказывает, давай посмотрим, может эта собачка умеет какие-нибудь команды выполнять. Так, Молли, сидеть. Не умеет сидеть. Так, Молли, дай лапу. Молодец, смотри, она лапку дает, дай-ка лапку. Молодец. Вот кто-то в двери позвонил. Сереж, ты там заказывал корм? Наверное, это курьер его привез. Иди забирай. Ничего себе, так быстро. Иду, иду. Странно, никого нет. Хорошо, что хоть корм оставили. Мама, я приготовила тарелочку для Молли, а папа несет корм. Нате, держите свой корм и кормите свою собаку. Папа, ты купил для котов корм, а не для собаки. Действительно, папа для котов купил. Сереж, ты чё? И коробка какая-то пустая. Так, тут пакетик виднеется, сейчас мы его достанем. Да я первым попавшийся и заказал, какой был, такой и купил. И это все? Сережа, я надеюсь, ты хоть за него деньги не платил? Ну, папа дает. Одну горошинку положили в пакетик. Покажи. Одна горошинка? Ну, я заказал одну штуку, одна упаковка. А что одна горошинка, я этого знать точно не мог. А курьера, кстати, как ветром сдуло, его вообще не было. Коробка только лежала у двери. Папа, может, она очень сытная, и ей хватит одной. Ничего не поделаешь, нужно хоть это дать. Смотри, как Молли сильно хочет. Смотри, она ее съела и даже ничего не почувствовала. Голодная Молли. Ой. Мама, все, начало что-то происходить. Убегаем быстрее на улицу. Быстрее убегаем. Что это с ней начало происходить такое? В каких она размерах стала увеличиваться? А? Ой, блин. Возле этой страшной собаки. Элина, надо его как-то оттуда спасать. Вы видели, что это за существо такое? Это совсем не собака. Папа, это все из-за твоего корма. Она превратилась в чудовище. Так что мы сейчас будем делать? Сережа, у нас, кажется, на кухне все переворачивается вверх дном. Надо как-то это прекращать. Давай погуглим, что это за создание такое? Что это может вообще быть? Иди быстрее телефон, я свой. Создание похоже на собаку очень больших размеров. Еще напишем мультяшная. Мультяшная. Смотри, Юля, что написано. Сережа, это картон Дог. Что же с ним делать? Ему надо дать противоядие. Смотри, смотри, дальше. Как листай, избавиться от него? Нужно найти. Смотри, дать активированный уголь, и тогда перестанет эта реакция происходить с ней, и собака станет опять нормальной. Одна таблетка на 10 килограмм. Как ты думаешь, сколько она килограмм весит? Ну, не знаю, Сережа. Ну, 500, так точно. Одной таблетки будет мало. Тогда это, Юля, не вариант. Представь, сколько она будет таблеток на ее вес. Нужно искать что-то другое.
соленый раствор. Но нас же вся соль дома. Тоже не вариант. Что-то еще. Не может быть, чтоб больше ничего не было. Должно же быть какое-то противоядие. А ну-ка, Сережа, здесь поподробнее остановись. Смотри, противоядие самое лучшее. Это поставить ей укол. Вакцину, Юля? Только кто ей будет ставить укол? Я туда что-то не хочу заходить. Кто, папа? Конечно же ты. Ты заказал корм. Значит, ты и делаешь укол. А что сразу я? Вы что, вдвоем здесь сговорились? Вот Илинка молодец, все расставила по своим местам. Сережа, ты виноват, значит, ты и выпутываешься из этой ситуации. Пошли за шприцом, я точно знаю, у нас в машине багажник остался. А я очень сильно боюсь уколов, поэтому я тут останусь. Ребята, ну а кто очень сильно боится уколов, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Вот это все собака развернула. Интересно, а кто сегодня будет дома убирать? По-любому папа. Юля решил немножко оставить. Я так и знал, что она нам пригодится. Видишь, вот тебе и ситуация. Так вот почему тогда паровозик Томас не уснул, когда Сережа ему снотворное уколол, а превратился в обычного поезда. Сережа, ты не всю ему вакцину уколол. Я надеюсь, сейчас хоть он не накосячит. Вот это надрывник, там все внутри дома. Интересно, как же мне сейчас ей сделать укол? Ладно, если что, звоните медичке. Блин, как же страшно, а? Где же это существо подевалось? Ребята, быстрее нажимайте лайк, чтобы наша Молли опять стала нормальной собакой. А я расправился с этим монстром. Здесь его нет. И здесь его нет. Я тоже на это надеюсь, по-другому никак. Давай подойдем к двери и послушаем, как там все происходит. Там какая-то тишина. Может быть, зайдем, посмотрим, что там. Давай быстренько. Блин, нужно дождаться, пока это существо отвернется. Вот, вот, вот он этот момент. Снимай иголку. Только медленно и тихонько. Ай, черт! Ай, черт! Юля, она меня поранила! Папа, что у тебя из попы торчит? Где? О, черт! Это что, укол? Юля, вызывай медичку! Походу, она мне поставила укол! Вот это дела! Только медички нам не хватало! Сереж, ну подожди, я сейчас ей наберу. Так, минуточку, подождите, я занята. Так, не даю даже почитать о новшествах в медицине. Как я буду людей лечить, если я ничего не буду знать и свои знания не обогащать? Так. Ой, а кто-то мне тут звонит. Юля? Не хочу я с ними разговаривать. Ну, быстрее, быстрее поднимай. Не поднимай от чего-то. Так, еще раз наберу ей. Химические реакции, так, оздоровительные для этого. Что, опять? Ну, это парочка. У меня с ними только одни проблемы. Ну, ладно, подниму, что они в этот раз хотят. Алло, да, здравствуйте. Да, это я. Слушайте, у нас тут такое произошло, такое. Сережа укусил и сделал укол. Какой-то непонятный монстр. Какое-то большое существо, похожее на мультяшную какую-то собаку. Сергея поранило существо? Так, где-то я про него читала. Да-да-да. Что, оно может уколы давать еще? Вот, как раз о нем написано. Оно очень огромных размеров, и мы не знаем, как с ним справиться. Хорошо, я к вам выезжаю, скоро буду. Хорошо, быстрее поспешите.
Сереж, она сказала, что быстренько сейчас приедет. О, как же моя попа горит. Но вы, ребята, были на канале Юшева. Обязательно по традиции лайкосик, подписочка, пишите комментарий и смотрите продолжение. Что же будет дальше? Как мы же разберемся с этим монстром?